Йоу, всем привет, с вами Олег Дедроид, и сегодня мы с вами продолжим играть в игры, и на сегодня это у нас такая классная игра, как Mad Max. Это, напомню, ремейк фильма Mad Max, который был у нас в этом году, 2015-м. Он мне понравился, не знаю, может потому что меня купили и мне дали бесплатный билет, и я один сидел в зале с дебок с креслами на 200 человек, возможно из-за этого, но фильм мне очень понравился, очень классные спецэффекты и прочее дерьмо. Ну, а игра мы сейчас, мы с вами заценим ее. В общем, разукрасили мы нашу бричку, и давайте пойдем покатаемся на ней, посмотрим, какая вот он шмон. Я очень люблю шмон. Итак, как видим, какой-то непонятный чувак из Киндзадзе у нас сзади, значит, сидит, и в случае поломки автомобиля он выскакивает и чинит мотор. Это очень круто и очень удобно. Итак, двери у нас открылись. Садись поудобнее, чувак. Стой, подожди. Мне надо посмотреть, что там есть. Может, там какой-нибудь грамотный шмон у нас есть. Кто-то изрисовал все баллончиком. Гребаные ублюдки, они повсюду, они разрисовывают весь город, и мало того, они еще и в играх то же самое делают. Итак, у нас тут какие-то ресурсочки, они нам в принципе пригодятся. У нас тачка, как видим, V8, по-моему, поэтому рессоры там достаточно такие крупненькие. Как видим, здесь у нас стоят метки, где можно пошмонать чего там вот в углу. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас. Дощечкой, ага, креслица, инструменты. Все это мы забираем себе. Все это забираем себе, потому что машина очень часто ломается. Так, так, чтобы у нас тут посмотреть колесики, значит. Видите, как многие колеса еще недоступны. Я их не нашел еще, видимо, как я понял, весь смысл этой игры. В общем, как НФС-ка, как GTA-ха. Апгрейдим нашу классную бричку. Итак, давайте посмотрим, что же у нас там еще есть интересного. Вот на какая-то метка. Это что-то очень важное даже запустить. Да, воды, воды, очень важно набирать воды, потому что, как знаете, по миру Мэда Макса вода это очень редкая достаточно штука, поэтому запасаемся водой. Я не знаю, буду ли я кормить этого ублюдка, который сзади меня там сидит. Наверное, он тоже хочет жрать. Но если что, он, я думаю, сам себе найдет хавчик. И, кстати, в английской версии он подписан как Chum Bucket. То есть, вы знаете, да, в Спанч Бобе есть Chum Bucket. Это мусорный бак, типа того, что ли, или мусорные отходы. Так, воду я поставил, значит, да, надеюсь, он ее не выпьет. Итак, давайте садимся, значит, в наш тачилу, заводим ее и газуем. Постараюсь, да, с пробуксовкой у меня это получилось. Управление, в принципе, управление очень мне нравится. И посмотрите на этого чувака. Вау, вау. Его просто мотает из стороны в сторону по всем кочкам. Он подпрыгивает, как, знаете, как в маршрутке на заднем сиденье просто. Дороги примерно такие же, как в России. Нечему тут удивляться. Единственное, что я бы хотел... Смотрите, как классно отлетают все вот эти вот грязь, пыль на монитор. Если у вас монитор очень классный, то это будет смотреться просто шикарно. Если бы у меня был такой монитор, я бы был бы так счастлив. Ну, в общем, не об этом сейчас. Мы несемся на всех парах. Пока у нас есть бензинчик, значит, едем по карте к нашим целям и прочее. Как видите, скудный такой у нас наборчик в графике. Горы, пыль, песок. В принципе, ничего такого интересного нет. Но, опять же, это сделано все по фильму, а в фильме именно так. Поэтому те, кто ожидает при покупке этой игры увидеть там Нью-Йорк и небоскребы, и здания, в котором можно вообще все заходить, то это не так. То есть вы вначале посмотрите фильм, а потом уже думаете, покупать вам игру или нет. Кстати, фильм... What you say? That you... Так, извиняйте. Так, кстати, фильм можно посмотреть за 70... Ох ты, черт возьми, все, гоним. Давай, гребаный ублюдок, стреляй в них, стреляй. Нет, блин, гоним отсюда, все. В общем, так, давайте прибавим газку. Что я хотел сказать? Кино можно скачать... Вот, на тебе, это я видел в токийском дрифте. Так, у нас замедленная съемочка, и вот он, этот взрыв. Да-да, чувак, радуется. Как видите, у меня звука нет, потому что звук здесь очень с перепадами, очень громкий. Поэтому я решил его просто убрать и показать вам чисто геймплей. И вот что я хотел сказать. Да, давай, из гарпуна. Вот так вот. Кстати, что я хотел сказать? Вот.
Так, да, все рушим и ломаем. Что я еще хотел сказать, так это то, что фильм можно посмотреть на YouTube за 70 рублей всего. 2 часа фильм идет в HD качестве. Хотя, знаете что, если вбить в поиск Яндекса «Безумный Макс в HD смотреть бесплатно», то он, наверное, кучу вариантов просто выдаст. Это изначально, когда, знаете, он только появился, он еще был дорогой фильм, а сейчас это, в принципе, такой средненький фильмец. Я, конечно, не мажорик, но все равно 60-70 рублей для фильма классного мне не жалко, например. Хотя что я гоню, я же еврей, мне, конечно, жалко, я смотрел все это в Яндексе, вбивал и смотрел в отстойном качестве. Ну, нет, шучу, я хотел в кинотеатр, но билеты мне достались бесплатно. Но сейчас не об этом, почему я говорю об этом, надо говорить об игре, как видим. А что говорить? Вы, в принципе, сами все видите. Вы не можете почувствовать управление, да, то есть, но я вам скажу, оно такое достаточно хорошее, что-то среднее между GTA 5 и, допустим, Мафией. Вот знаете, такая гоночка, когда там была, которую трудно управлять, что-то между этим. Вот, но если вы играете с руля, если здесь есть такая возможность, у меня просто нету руля, я нищеброд. Вот, поэтому как бы вы можете поиграть с руля и сказать мне, комфортно ли играть в этом случае или нет. И как видим, мы догоняем какую-то колонну, значит, но это не та колонна, которую по фильму, знаете, которую мы сопровождаем, а какие-то местные аборигены. И я вот пока не знаю, мне за ними ехать или мне в них стрелять. Да, похоже, этот чувак хочет уцепиться за... И да, нас бомбит, о, нет, черт возьми, я в пещере и потерял управление, это очень-очень хреново. Давайте попробуем выбраться из пещеры, а потом уже будем их гарпунить, если есть такое слово. Вот так, и вот привяжем их поближе, да, колесо оторвал, ну, это был классный удар. О, черт возьми. Кстати, как GTA можно выворачивать руль, тогда ты не перевернешься. И разрушение машины, конечно, есть. И скоро этот чувак из Чамбаки-то, наверное, будет его чинить. Ну, а пока мы стараемся не врезаться, хотел сказать. Но я не мог этого упустить, прокатить его на капоте. Да он еще жив. Уцепись, чувак, блин. Давай его... Куда он спрятался? Мой-то чувак куда убежал? Я его не вижу. Да, вот, надо просто его шмякнуть в другую машину, тогда он отлетит просто на отлично. Это типа гонка, как я понимаю, гонка на выживание. Знаете, была раньше такая игра, я забыл, как она называется, если честно. Кармагеддон, по-моему, да. Вот, в принципе, смысл примерно такой же. Едете, уничтожаете, оборудуете все это дело с всякими всеразличными классными пушками. И, кстати, почему я не срезаю по песку? Потому что скорость значительно теряется, и управление там не очень. Поэтому лучше ехать по колее наезженной. Как видим, здесь уже много машин проехало и прочее. Вот, давайте еще из базуки в них, значит. О, нет, сам же под свою уловку и попался. Давай, обгоняй, блин, все. What you say? What did she say?